Сейчас, короче, будем играть в Decay of Logos. Игрушку, которую я на самом деле увидела, она мне очень-очень понравилась по скринам. Я даже вчера заходила к стримерам, к различным, смотрела, как они играют. Игрушка чем-то похожа на ММОшку, что ли. Ну, короче, на что-то прикольное она похожа. Сейчас, короче, заценим. Так, русского тоже опять нет. Да ёб твою налево. Так, very high, shadow distance. Ну, так вот, допустим, так. Русского, как обычно, нет. Окей, ладно, поиграем на английском. Мне не впадло. Что ты, Наташка? Как твое 2 сентября? Sleeps of reason produced monsters. Громко. Это громко. Никак сижу, чаек пью. Отлично, отличное занятие. Так, а можно как-нибудь звук тише сделать? Ну ладно, попозже тогда сделаю. Я должна с ним драться? Так, отлично. Сейчас я только сделаю потише аудио. Так, back. Resume. И погромче можно у себя теперь делать. Так. Так, он тут быстро бегает. Нет, он умеет только вот так вот медленно. Так он сам по себе бегает всегда быстро. Так, тут огонь, тут огонь, тут везде огонь. Что, нам бежать отсюда надо? Ой, там человек. Ой, я за оленем буду бежать. И кто это? Непонятно. Тут без озвучки? Здорово, Шугар. Хотя, блин, а чё я так это залупилась и не захотела играть в Alan Wake на английском? Интересно. Ну ладно. Здорово, Фуст. Здорово, Инферно. Ну да, английский типа не так интересно. Да мне так этот олень нравится. Шок-контент. Держи заслуженную медаль. За что? Нормально ты делаешь, нормально. Привет, на спиче. Ля, какая попка у оленя. Ну, короче, это... Шугар пытается подъехать к Натахе. Она так обрыкается. Почему они ничего не говорят? Пауло де Пинхо. Де Пино, наверное. H обычно не читается. Тупо подкупил его едой? Серьезно? Может такой смайл сделать? Не пропустят, я уже когда-то давным-давно делала. Кстати, блин, я что-то протупила. А что вы мне, кстати, не сказали? Вчера же в рулетке выпало 10 приседаний, да? А я их не сделала.
Правильно? Насколько я помню. Я только потом вспомнила. Но мне об этом никто не напомнил, так что нормально. Так. Keep an eye out from rotten wood planks, which can be smashed with a weapon or using your slide ability. Some could be hiding secret paths. Сделаю вид, что поняла. Блин, у меня такой английский плохой стал на самом-то деле. Хочу на олене кататься. Так, это шо? Как его юзать? Ногой? Я за девочку играю или за мальчика? Кто-нибудь знает? Все? Это все, что я получила? Опача. Почему в них ничего нет? Так, что вот здесь? Read. The good pilgrim understands that friendship. Так, хорошие пилигримы понимают, что дружба, какое-то непонятное слово, дух. Что-то делает с духом в лице какого-то адверсити. Не знаю, я два слова не поняла из приложения, соответственно, суть я потеряла. The Schultz always try to clear a path back to the kinsmen and seek solace in their companionship. Ни хера не понимаю, в жопу, короче. Пошли дальше. Alt. Чувак, я нажимаю Alt, если что. Спасибо. Читай. Что-то должно быть использовано, короче, с двух сторон, типа света и heavy. Но heavy это тяжелый. Со светом и тяжелой атакой, чтобы предотвратить опасность. Так, ну давайте. Так. А, ну это, короче, там мне объясняют, что мне надо делать, я поняла. Здорово, Глюшечка. Let me speak from my heart. Да-да-да, именно так. Читай. Так, некоторые благословленные щиты позволяют пилигримам. Перформ. Блин, такое слово, оно же ж обычно, не могу его перевести. Вообще башка не соображает. Короче, позволяет пилигримам показывать силу twice, дважды, с is. Я не знаю, что это. For the are embedded. Не-не-не. Короче, парирование или блок F. Щиты F и R. Ой, это сложно. F и R, окей. Не могу. Новое задание ру-серверов. Выполняй задание золотых крабов. Нормально делаешь. Нормально. Или а твой персонаж еще не определился? Это походу да. Походу, ну тут непонятно. Как бы. Хотя не, вроде мальчик. У него там что-то есть горбинка. Хотя у девочек тоже горбинка есть. Так, значит, айтемы, кьюшка, инвентарь, ай, окей. Можно даже не читать, можно просто увидеть этим. Так, что здесь? Что-то преподношу. Что? И? Что? И? И что? И что? И что? И все? Найс, nice. Ладно, идем дальше. Так, блин, я странно, я думала, это растение, с ним надо что-то сделать. Но нет. Так, а если нажать F, F, F и R? Сложно. Когда сундуки фармить пойдем, да хрен его знает. Так, О, блин, слушайте, здесь столько комбинаций, твою мать. Мне кажется, лучше всего бы в эту игру играть на джойстике. На компьютере, походу, не совсем удобно будет.
Так, ну прыжок это понятно, спринт. А, спринт на альте. Ло, почему всегда бегать было на шифте? Почему здесь бегать на альт? Лол. Просто уникумы. Просто уникумы. Чё? Ля! Ах ты! Ах ты! На тебе! На! На Чирика похож. Чирик. Так, на тетю Чиполлино напал, да. Много раз пилигримы изучали, короче, разные места of the beaten path с прошлого, что ли. Короче, они изучали карту, потому что обещали прошлым богам. Ну, ранним богам. Я, походу, так поняла. Ну, дальше я не поняла. Все. Отлично играем, отлично. Значит, мои переводы великолепные. Мой английский никогда не был так плох. А что там? Там вы видели шевелиться? Тут что-то шевелилось. Я видела, меня не глючит. О, какая-то штучка. Да, господи, не могу попасть по этой штуке. Во. Место в очереди. В смысле? Какое место в очереди? Ты о чем? А, ты про Вовку, блин. А я думала, ты про Лолку. Как он смешно бежит. Бег. Про крабов это лол. А, событие новое. В смысле, там ивент ввели? Чешо? И что мне тут делать? Алло, гайс. И что? Ой, я что-то юзнула. Умагадабл. Я что-то, короче, не то явно сделала. Мне там надо было что-то сделать, но я так и не поняла, что. Мне нужно, типа, а-ля изучать землю. А, вон, ну туда наверх надо пойти. Новый пропуск. 1200 РП. Мне нужен Кверти с его 12-м левелом. Быть, типа, того. Так что, короче, в лол опять идем, что ли? Бросаем эту игрушку? Блин, как они? Ух ты, блин! Шугар здесь! Ёпта! Так, читаем. Так, ты должен всегда помнить и смотреть шаги. Я не поняла, последняя. Last see pilgrimage be cut short. Что это значит? Ой, то ли здесь субтитры типа дурацкие, то ли я вообще в инглише не понимаю уже. Так, ты помер или хочешь помереть? А? Помер вроде, помер. Так. Здорово, братан. Он меня ударил, сучонок! Ой-ой-ой, нет, бежим, бежим, бежим. Ой-ой-ой, тут Чиполлино, твою мать! Чиполлино, отъебись! Все, есть. Блин, я могу махать мечом, только пока у меня есть это... Голубая полоска. А я, короче, так привыкла, что я постоянно так махаю, и мне, короче, это, ну, могу махать, 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 и все норм. Так, вон какой-то голубой цветочек, вон опять бревно на шугаре.
Почему они пропуск проекта еще продают, тогда я не понимаю прикола. Ну, там же он до 19-го. Нет, они типа, что ты можешь его обменять. У нас чешется не ладно. Так, что я тут делаю? Короче, сейчас я часик поиграю в эту игрушечку и пойдем в лоу тогда. Так, бревно, бревно, куча бревен, куча бревен. О, здорово. Ай, тихо, тихо, тихо. А чё он такой? Чё я по нему не дамажу? Алё. Ах ты, ля, он уворачивается. О, ля, он еще и бегает. Ты шо, Шугар, оно в будку пошел. Так, о, отлично. Так, тут ничего нет, а тут... Так, что вот это такое? А, так, Лулаберис. Какие-то Лулаберис, хер узнает, что это. Перед входом в Arx of Sanctum. You should! Это, блин, у них, короче, ошибки огромные в этих, я поняла, в субтитрах огромные-огромные ошибки. Значит, здесь вот это вот you should. Потому что тут пишется so should какой-то херня. Ну, таких слов даже нету, конечно. Я, конечно, не сильна в английском, но походу здесь ошибки. Так, очистите дух в Шрине в каком-то, в шрайне, наверное. Или ответьте в лагере поблизости. А, нет, репоуз. Репоуз это не ответ. Не знаю, что значит репоуз. Короче, что-то сделать нужно в лагере рядом. Preparedness. Так, приготовьтесь предстать перед пилигримами, что ли? Понятно. Так, короче, мне лучше пока не заходить, да, я так понимаю. Вот, вы видели, они шевелятся. Да ёб твою налево, что ее херачит-то так? Его, ее. Так, ладно, давайте зайдем, попробуем. Но мне кажется, меня не пустят пока что, да? А нет, пустят. Прыски. Прыски. Так. Ой, я открыла все двери, лоу. Так, ладно, давайте разрушим эти. Да ну, ты серьезно? Во, все, спасибо. Здорово, паук. Здорово, Пурирл. Здравствуйте, здравствуйте. Так. Ой. А, тут у меня как... Что она делает? Она что, наркоманка? Че он? Господи, она, он. Я не знаю, кто это. Я не могу разрушить эту херню. Ладно. Давайте бочки. Ля! Вы видели? Она шевелится. Оно само шевелится. Собака сутулая. О! В бочке! В бочке! В бочке, мудак! Сука, нападает на меня. А ну, сдохни, сдохни, сдохни. А, нет, не хочу умирать. Бежи. О, у меня хп нету. О, щит, бич, мазафака. Так, балмибрю, балмибрю, хелсибрю, хелсибрю, пей хелсибрю, сказала. Ай, нет, нет, нет. Ой, я сейчас сдохну. Блин, а как его бить? Я не умею. Да ну, чувак, серьезно, ты дурак? Забыла, походу, я Кеннет. А, да, забыла, сори. У меня на что-то аллергия, походу, на крем, который мне намазали, блин, руки. Ой, кофе. Я сегодня пошла на маникюр сюда.
Ой, так хреново было. Так, ладно, в этой игре нет музычки, поэтому я включу свою. Минус уши, сори. Так. Так, олень, ты не хочешь меня подвести? Алло. You can't mount now. Чего? Чего? Шо, шо? Было куда идти надо, туда. Блин, разобраться бы, конечно, с управлением, а было бы вообще жестко. Ай, ты опять тут, козел! Выпало. Хорошо. О, у меня рога есть. А, у меня маска, лол. У меня рога есть, гайз. Так. Надо это прочитать. Так, ты должен избегать боев мультипл с несколькими по ходу врагами. Или иначе, короче, тебя завалят. Re-engage weapons can be used to lure a single target of a time. А, ну короче, мое оружие может только одного чувака бить. Найс. Nice. Лол, идем, нет, там крабы ждут. Мне нужно хотя бы часик поиграть. Я часик поиграю. И можно будет это фигачить. Блин, мне на самом деле, ну, нравится, как эта игра выглядит. Он сожрал грибы. Он сожрал грибы, наркоман. Ой, это что такое? Спасибо за follow. Listen. Into memories collected. Какие-то я воспоминания собрала. Так. Здесь я ничего не залутаю. Подождите, там вон я видела это растенечко. Интересно, на меня согрятся эти бревна или нет? Блин, согрелись, суки! Нажимать сюда. Да, они за мной бегут, бегут, шкандыбают такие. Я могу? Да, клаймп я могу. Бревна же не взбираются, по идее. Ну, по идее. Или взбираются? Не, не взбираются, слава богу. Изи лав хацк. Тихо, тихо, не падай, тихо. Leave me. Чего? Тут надо спасти какого-то человека, чешо. Где он? В дереве, что ли? А! Так.
Ага, у меня максимально. Ух ты, ёпты. А, так у меня нету этого, у меня нет ХП. Найс, прыгнула. Так, мне надо, короче, руки пойти помыть. Я не могу, они в крему, и у меня, блин, от них нос чешется. Так, блин, а как юзать эту Ю. Юже. Во, выпилась, слава богу. Вроде на Q пьет. Так, что нам говорит этот столб? Так, механизм крафта, названный Кинсманом, который вы часто... А, за который часто предупреждали, короче, от использования. Если какого-то Господи, если какой-то части не хватает... you should search for the surrounding. А, короче, если каких-то ингредиентов не хватает, нужно найти рядом короче, этих. Ближайших, короче, местностях. Ой. Так, что вот это за штука светится? Climb. Надеюсь, что у меня все-таки бан убрался, я могу спокойно с тобой поиграть в лол. У меня сегодня не особо есть настроение, на самом-то деле, блин, играть с людьми. Которые... Так, я открыла дверь. Здесь же кто-то кричал, не? Попросил спасти его. Ух ты, здорово. Ай, беги! Да ты козел! На тебе! Так. Ладно, что у нас тут есть? Подождите. Фьери Сап, Балми Брюс. Значит, Фьери Сап. Давайте его выпьем. Нет? Почему оно не пьется? Я не понимаю здесь управление. Ля, там эти уже шкандыбают, козлы. Ой, да как юзнуть-то эту херню? Может, я просто не могу ее сейчас юзать? Ну-ка, вот это. А, все, взяло и выпила, да? Ну ты серьезно или ты меня задрачиваешь? Боже, боже. Так, тут мужчина какой-то вот стоит. Ай! По очереди! Соси! Ну давай, ну сдохни ты! Все, слава богу. Смотри в настройках. А что смотреть в настройках? Так, сейчас я на паузу секунду нажму, еще приду.
Так, башка разболелась. Так, а где у меня таблетки от аллергии? Нашла. Так, окей. Куча шерсти, не могу. Так. Подобрать я ничего не могу. Мне нужно... У меня зависло. Игра вылетела, что ли? Да ну... Серьезно? Ладно, давайте... Я не сохранилась, твою мать! Мне сейчас это заново проходить! Я не хочу! По голосу похоже на одного человека. Какого? Сегодня будет лига? Да, будет. Наташка, писюшка. На девушку моего дяди. А-а-а. Я вроде не девушка твоего дяди. Так, ну я опять это хрен знает где, господи. А, я не могу на него залезть, потому что у меня нет фрукта. Найс, окей. Понял, принял, бежим. Так, давайте сначала вот сюда в подземелье за... Ух ты, блин, козел, ты меня опять напугал. Да чем он в меня рыгает? Капец, он вечно... Льет чем-то. Так, я это читала, но я еще раз жмякну прочитать. А, нет, смотрите. Здесь нет этой херни. А, в смысле ты выпил? Без разрешения? Серьезно? Ух ты, блин, корни, господи, я обосралась. Собаки, барабаки. Так, таблеточку я выпила, все хорошо. У меня что-то человек голова разболелась, блин. Видимо, на улицу ходила. Ой, а там это самое. А там, короче, был этот... На что-то... Ну, что-то было, на что у меня аллергия. Так, что такое? А, мне выпали наплечники, они такие же. Короче, блин, оно чем-то реально похоже на ММОшку, только это просто игра, где ты вот одеваешь чемпиона. Тебе надо сквозь дебри, короче. Ух ты, блядь, такая, господи! Я, короче, сегодня, походу, буду очень много матюкаться. Ах ты, ну как ты сделал выпад? И ты же был сзади.
Капец. Нос чешется, не могу. Так, тут он бревно. Ну давай, ну давай, ну-ну-ну-ну! Давай, я первая, е. Выпало с него что-нибудь? Ничего не выпало. Тю, бесполезная древесина. Тупо бесполезная древесина. А я могу тут что-нибудь разбить, не? Не. Так, ладно. За мной опять бревно гонится. Почему эмты за мной бегают? Я понять не могу. И почему они агрессивные, козлы? Блин, нет, бежим, 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 бежим. Успокойся с миром. Так, грибы. Что восстанавливают грибы? А, нет, я отравлена, зашибись. Чего бы и нет? Ладно, потом хилку юзну. Ля, он уклоняется, что за фигня? Ай, ах ты. Так, что-то там опять какое-то зелье выпало. А, блин, так, вон одно бревно, вон еще одно бревно, да? Так, я пока вовнутрь не пойду. Блин, а выпадет масочка, как в прошлый раз? В прошлый раз просто такая масочка классная выпала, мне так понравилось. Все, что тут? Ничего. Так, что у нас здесь? Ешь больше грибов, зачем? Какая-то шахта. Может, опять тут будет сундучок? Блин, меня бесит, что она тут шевелится, вот это все. Но я поняла теперь, почему она шевелится. Потому что там может быть тролль какой-то. А с него, походу, куча всякого якого. Блин, глаза чешутся. Мне вчера аллергия на что? А что? А в смысле? Лол, я сюда не заходила. Как тут может... Слышь ты, чувак, дай дроп. Шугар-то тут? Так, что идея? А, это тот короткий путь, походу. Я вернулась к этой фигне, которая сохраняет. Лол. Это хорошо. Слушайте, я хоть сохранюсь еще разочек. Блин, тут увидела труп дерева, аж присыкнула. Так, я сохранилась. Супер. Нормально, чем дольше играешь, тем больше привыкаешь. Мне нравится такое. Так, что у нас здесь? Мы там были, сюда мы заходили. Значит, валим вообще отсюда. Здесь мы все сделали. Так.
Лол, резнулась, что ли? Серьезно? Белки там тусуются, капец. А ты знала, что клубник не ягода, это, возможно, фрукт? Не знаю, у меня на клубнику аллергия, поэтому мне как-то вообще пофиг на нее. Мне лучше вообще ее даже не обсуждать на самом-то деле, потому что это... Can't do that now? А, тут вот чувак. Маска? Маска? Давайте маску. Нет, нету маски. Козлы. А вон еще один. О, маска есть, смотрите, ля. Класс, рогатая маска. Мне нравится. О, мой олененок здесь. Так, значит, какие-то воспоминания я собрала. Мне, походу, надо какие-то воспоминания собрать, я так поняла. Так, где мой горный олень? Так. Он сам идет, чеша? Этим оленем очень-очень трудно управлять, держу в курсе. Ля, как классно. Ой-ой-ой. Он меня сейчас сбросит, кстати, у него какой-то стресс. Ой, ой. Все? Все, что ли? Да, он меня сбросил. Козел. Что здесь? Ресет. А, не, рест. Господи, ресет. Я еще читать не умею. Слушайте, это вообще какой-то ахтунг. Так, resting info. Strength, stamina, defense, intelligence, wisdom. Так, sleep. Не, ну мне пока не надо отдыхать, спать там и прочее. Пока что нет. Там вон, кстати, какие-то эти тоже энты и деревья. Я не знаю, я не думаю, что мне туда. Я там пропустила, короче, множество на самом-то деле фигней. Попробую, короче, наверх еще раз подняться. Позаходить там все во всякие закоулочки. Но мне очень нравится графика. Я очень люблю эльфов. Вот, я очень люблю оленей. А тут эльф на олене, это просто нечто невообразимое. Вот, еще бы, конечно, было бы управление удобное, и русские субтитры хотя бы, было бы вообще зашибись. Было бы зашибись. Ага, тут не запрыгнем, да? Ну ладно. Как Лара Крофт, он не прыгает, окей. Почему он не слушает? Перевожу. Блин, сейчас секунду прочитаю. Перевожу сейчас по-русски, да-да, я переводчик, у меня кристаллы состоит и... Ты дурак, что ли, Шугар? Ну
Ну, вниз мне так не надо. Это я вот потом туда выйду как раз-таки. Я вот не могу понять, здесь со мной разговаривает какой-то чувак. Какой? А, он вот здесь в тюрьме, что ли? Или нет? А, ты еще так молод, но увидел это. Этот огонь в твоих глазах светит с яростью или что-то такое. Типа ничего не сделал плохого, я просто типа продавец, ну, который меняет вещи. Расскажи, что случилось, что у него где-то его эти, короче, компаньоны что-то где-то пропали, они чем-то занимались, продавали, видимо, что-то, и на них то ли напали, то ли хрен его. И, короче, у какого-то чувака есть ключ. Мне нужно найти ключ, чтобы достать этого чувака отсюда. Ну, ок. Только где? У какого чудовища ключ? Почему? Блин, ты играла в Undertale? Нет. Так. Fire Defense. Нет, я его не буду менять. Я его возьму, но я его не буду менять. Так, что у нас здесь? Походу ничего. Так, а где мне понять? Он говорит, у кого-то достать ключ. У кого? Какого-то чувака. А, в Undertale. Не, вроде не играла. Я точно не помню, но вроде не... Не играла. Так, прыгать ли мне вниз? Вот в чем вопрос. А давайте прыгну. Так. Это не здесь был гоблин же, лоу. Да собака ты сутулая! Блин, ману дали. Да нахрен мне ману, мне хп надо. Я в прошлое, до того, как я сдохла, короче, мне столько всякого выпало, ну столько хилок, просто жесть. А здесь вообще нифига не падает, хоть вообще не разбивай ничего.
что, будет с него что-нибудь? Какую-то херню взяла. Блин, звук был, как будто хилка упала, но что-то я не вижу хилки. Балмибрю. Что за Балмибрю? Где выпало, в какой игре? Ну, до этого, как, ну, я умирала, получается. И потом начала сохранение. Так, вот, Хелси, надо выпить. Ей, хорошо, Балми, тоже тебя давай выпьем на всякий случай. Не знаю, что это значит. О, у меня уровень поднялся, смотрите, ля, прикольно. Так, такое же. Не, оставляем, нафиг он нужен. Сука! Сука! Так, я его убила, а что, мне с него ничего не выпало? О, мага, ну и нахрен я его била? Что говорю, лишь бы поржать, скотиняка. Тупо скотиняка. Я даже что-то хотела спросить и забыла, кстати. Сюда не могу прыгнуть, да? Жалко. Жалко, жалко, жалко. А как туда запрыгнуть? Вон какой-то механизм открывает дверь, я так поняла. Это на той стороне. Причем эта сторона, это... Ой. Я орнул там из-за чего-то, что я заорала. Вот, кстати, двери какие-то, но не за это. Да, господи. Я так поняла, у меня есть тут и прочность меча, которая скоро у меня того, короче, да? Что я не могу понять, что это за штука там? Как мне отсюда выбраться? Как мне отсюда выбраться? Как? Мне надо что-то там делать, я так поняла. Твич опять лагает у тебя, моя рыбка. Так, ну сюда я не взберусь. Здесь вот эта штука мне не нужна. О, вот, я нашла тебя, здорово. Как я туда могу? Только как-то через низ, я так поняла. Как через низ туда попасть? Нету ничего? О, идите в жопу. Как туда попасть? Когда Шугар пытается объяснить что-то или читает только последние сообщения. I'm so sorry about it. Но я так поняла, у Шугара что-то очень сильно лагает. Нужно посмотреть в Дискорде. Вот я смотрю скриншот и ничего не понимаю. Я смотрю скриншот и ничего не понимаю. Я в шоке с нее. Тихо. Всем тихо. Так, move down. Я не хочу move down.
я хочу прыгнуть как-то вот туда. Угу, здорово. Блин, ну как мне туда забраться? Вот видите, там дверь. Там вот что-то прикрыто. Так, ладно, сейчас, секунду. Я сейчас приду еще раз. У меня вопрос, на что у меня нахрен такая яркая реакция аллергическая? Это просто ужас. Привет, залетчик. Здорово. Эля в Лоле, тебя ждет подарочек, 2 яйца шугара. Жесть. Нормально ты делаешь. Так.
Так, мне нужно попасть туда. Как туда попасть, непонятно. Мы можем еще раз вернуться в тюрьму. Давайте попробуем. Хотя я не уверена, что я смогу туда вернуться. А, ну да, я из этой комнаты никак не выберусь. Да, все, выходим, значит, из этой комнаты. Сейчас мы похилимся. Похилимся, я сказала. У меня помимо меча еще какая-то палка со мной. Что это за палка? Сегодня, кстати, уже там ходила, короче, на маникюр. И у нас тут деревьев много. Уже листья опадают, уже, в принципе, осень, капец. Я, кстати, знаете, я не жалею о том, что осень, ой, что лето было таким холодным. И это самое. Ну и что уже осень как-то. Мне вообще пофиг, я наоборот наслаждаюсь. Говорю, что у тебя аллергия на бочку живую. Возможно, да, возможно. Все-таки нашел, как яйца отправлять. Теперь читай диск, я все написала. Я ни разу не покупалась. У меня лето было теплое, повезло тебе. Так, читай диск. Окей, читаю. Короче, для самого умного стримера всея Твича, Эля Леона Киви. Объясняю снова, потому что ты имеешь офигенную манеру читать с конца. Да, это я. Как бы это ни звучало, так вот, посмотри чат на скрине. Я ввел там команду mods, посмотри всех модераторов канала. И я, не будучи модером, якобы модер, тебе Твич как бы намекает. Эля, отдай меч. Это приказ официальный Твича. Так, ну-ка еще проверим. Мне кажется, это старый какой-то скрин. Хотя нет. Ну-ка. А, я не могу английский сделать из-за странного Алана Уэйка. Ладно. Шугар, ты, кстати, уже это услышал, что рассказывала-то я? Алан Уэйк-то какой, который раздавали в Epic Store, вообще какой-то нахрен поломанный весь. Мало того, что нельзя поставить русские субтитры, так еще и это самое. Языковая панель, короче, отключается. Так. Я вернулась, чувак. Так. Я не нашла ключ, кстати, держу в курсе. Я ключ не нашла. Странно. Хотя я убила здесь всех. Как такое может быть? Ну, кстати, я и не туда пришла. Блин, что-то какая-то должна быть еще комната, что ли? Не знаю, вроде все обсмотрела я, но все равно не то. Вот. Вот эта вот комната. Так, тихо. А что здесь? Ничего? Блин, короче, походу здесь ничего. Ладно, гоу. А, то есть я упала даже с такой высоты и поранилась. Найс, найс. Динайс делает. Блин, я что-то такое хочу, не знаю, у меня такое настроение не узкое и плаксивое. Чей головешечка болит. И как-то так... То ли грустненько, то ли чего, я вообще не могу понять. Бля, тут люди ходят под окнами, я еще и ссу. Ладно, пошли, короче, в деревню. Потом, может быть, я про этого чувака вспомню. Но у меня нет ключа. Вот объективно у меня нет ключа. Так, если я спрыгну вниз, я упаду. О, здорово, олененок. Бэмби. Здорово, Бэмби. Жрать пришел? Пошли со мной. Черепашки на 3, пару котиков на 2. Пышный хвост белый, который...
который на два. В смысле, на две звезды, типа? Опять ничего не прочла. Отвали, Шугар, ну, отстань, серьезно. Так, я, короче, посплю, наверное. Так, слип. Так, treat carefully around bodies of water. If you are too deep, you can die. А, мне, короче, я могу плавать? Или нет? Не поняла. Так, у меня скоро разломается меч. Это очень-очень плохо. Так, ты, пиздюк. На, жри. Не надо жрать, ну ладно. Так. Давай быстрее. Ну, камон, какой ты неповоротливый. Они пропускают оленя или что? Я понять не могу. А, найс, окей. На меня сейчас сразу несколько нападут, да? Такие же это попадаются. Остав очень-нибудь выпал, ну-ка. Так, маска. Такая же. Такая же маска с такими же рогами. Дип. Нет, дип это глубоко, а дир. Дир это олень. Что тут за погребальная херня, не могу понять. Зачем я сюда пришла? Непонятно. Ой, какая херня! А как открыть эту херню? Так, ну-ка, мне сейчас сообщат, подождите. Так, вы должны rely on a trusty companion in case you are not pulling things on weights. Нихера не поняла. Нихера не поняла, серьезно. Куда ты бежишь? Сюда иди. Сюда подошел. Подошел сюда. Ну, давай я тебя покормлю. У меня куча. Понятно, пиздюк. Да, на две звезды. А, молодечек, молодечек. А что? А чё я сюда пришла? Здесь нет ничего. О, здорово. О, топорик. Блин, а я не могу его взять с собой. Во. I'm so sorry. И что, мне обратно возвращаться или что? Я понять не могу.
То есть недостаточно веса, мне нужно что-то еще, чтобы был вес. Возможно, мне нужно будет с оленем туда, типа за это самое, ну, я не знаю, как еще. Так вот, я думаю, может, оленя надо поставить, но у меня нет жрачки для оленя, вот в чем прикол. Я типа до этого насобирала, но я так поняла, оно не считается. То есть мне нужно сейчас будет вернуться, взять жрачку для оленя и на оленя туда, короче, встать. Ну, я так поняла. Мне единственное, мне не нравится, какие здесь субтитры, типа на английском, они, ну, тут некоторые слова неправильные. Я поначалу вообще не понимала, о чем они говорят здесь. Ты, блядь! Ло, они тут все резнулись? Чего? Так, мне нужна одна синенькая штучка. Ля, здорово, чувак, у тебя все хорошо? Так, вон есть синенькая штучка, я вижу. Так, ну тут они не резнулись. Не умею немножечко разговаривать. Так, где мой олененыш? Где олененыш? Блин, типа взмахи топором на самом-то деле требуют намного большей силы, нежели этот, нежели меч. Так, ну-ка, подождите, инвентарь. Пока хочу мечом подраться. Где мой олень? Алло, олень! Его нет, гайс. Я могу его как-то призвать, интересно? Что, все? Олень? Но без оленя я типа не могу дальше пройти, а он убежал наверх. Этот обрыганный олень, я понять не могу. Так, ладно, я тут вроде в прошлый раз бежала к этой дорожке, и он как раз тут прибежал ко мне. Может быть, в этот раз получится. Олененок! Бэмби! У-ху,
Ты где? Мы что, там зарубили деревья, пока меня не было? Что за фигня вообще? Где он есть? Алло, ты наркоман, чешу? Ой, в шоке. Ладно, пойду я еще одну синенькую возьму на всякий случай. Можно было его покормить нормально. Так, здорово. В смысле? А, вот, надо спереди покормить его. Отлично. Есть. Все, и побежали. Давай, 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 давай. Блин, как же им сложно управлять на самом-то деле. Он почему-то все время вот так вот бежит. Типа, я не понимаю. Я нажимаю ему бежать вперед, а он, типа, ну, херней страдает откровенно. Поворачивай давай. Ой, блин. Вот, он в прошлый раз здесь также слез. Ну, в смысле, с это... Так, а давайте кадл. Что значит кадл? Погладить, типа. Какой-то ПМСный нахрен олень, я в шоке. Так, стоять, я тебе еды принес. Да стой! Я его могу только погладить, я не могу его, типа, это самое, покормить. Что за фигня? Братишка, ты идешь? Братишка? Эй, братишка. Ну и что мне делать? Я взяла два цветка, использовала один. И он все равно не это самое. О, он вообще пропал. Ладно, короче, гайс, на этом моменте я застряла. Буду потом сама разбираться, как его, короче, делать. Вот. Короче, на этом Decay of Logos, я думала, мы закончим. А вон, Wait, мы сегодня не смогли поиграть. Вот, так что такое себе. Вот, я сейчас перезапущу стрим, вот, и пойдем валям.